Экскаваторами все знают, как копают, да, добывают. А вручную помыть самому очень интересно. Чем мы и займемся. У нас вот есть тут два раскопа. Тут постоянно идут дожди, поэтому сейчас мы насосом откачаем воду. Вот у нас один. И вот второй. А, даже три. Вот второй. Вот третий. Сейчас мы воду откачаем и попробуем что-нибудь сами намыть. Так, начинаем. Вот у нас есть такое кайло. Вот. Я не знаю, попадаю я в кадр или нет. Извините, я один снимаю, у меня нет оператора. А, тут у нас затвердевшая порода, да? Но она довольно рассыпчатая. Я понимаю, что это речной ил спрессованный. Да? И вот, собственно, тут дальше все очень просто. Отковыриваем как можно больше. Сейчас понятно, что мы не увидим никаких тут камней драгоценных. Это будем промывать все еще, да? Следующий этап. Вынимаем породу. О, первое ведро пошло. Довольно быстро прибивает вода, да? Я залез сюда 10 минут назад, ее почти не было. Мы регулярно включаем насос, чтобы воду откачивать. Второе ведро пошло. Фу, жарковато, но я вам скажу, в офисе работать на ногах тяжелей. Так, меняем тактику. Меняем место добычи. Добываем теперь здесь. А тут как-то полегче идет. Помягче. Очень душно внизу. Я бы сюда, конечно, поставил кондиционер. А вы представляете, когда они выкапывают где-то на 5-6 метров и соединяют вот эти вот соединяют эти ямы таким туннелем. Представляете, если в туннеле сидеть, мне кажется, там вообще можно помереть от духоты. Так, мы не жадные, нам много не надо. Я думаю, 10 ведер хватит. Правильно. А у кого нам окна? Нам же там лео. Попросил его откачать водички. А то я уже по эти самые в воде. Если вы понимаете, о чем я. Все, мне нужно перерыв на кофе.
душно. Вот все, что мы нарыли пока. Мы же не очень жадные. Катим на промывочную. Кстати, довольно тяжелая тележечка получилась. Вот, транспортировкой занимаемся. Так, у нас следующая стадия. Промывочная. Высыпаем все, что добыли непосильным трудом. А вдруг, смотрите, тут крупинка осталась, а вдруг именно это и есть сапфир. Я помню, видел. И теперь долго и тщательно промываем все. Наша задача вымыть глину всю полностью, песок, чтобы стало хоть что-то видно. Но это полегче, мне больше нравится, чем в этом яме сидеть. Как-то повеселее. Подошли к финальной стадии, вымыли большую часть ила и глины, и песка. Смотрим, нашли ли что-то вообще. Самый волнительный момент. Солнце очень яркое, очень контрастно, плохо видно на камеру. Так-то мне видно хорошо, конечно. อันนี้ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นพอยต์สตาร์แซฟไฟร์ маленький звёздочный чёрный сапфир. Ну, конечно, нас такой маленький кусочек не устраивает. Мы хотим большего, потому что мы жадные. Так, вот у нас еще зеленый сапфир. Ну, его надо греть, да? Еще звездочный сапфир. Вот, а это оникс черненький. Смотрим, что еще найдем. Мне уже нравится. Еще звездочный сапфир черный.
ร้อนร้อนไม่เป็นไรบ่เป็นยันครับบ่เป็นยันห้องห้องแม่นบ่ห้องใช่คุณซื้ออีหยังผมลืมแล้วตุ้ยครับตุ้ยอ่าฮะปริญญาอิสลาโอสะคลิชกะตุ้ยปาเตสกี้как тебя зовут คุณชื่ออะไรลาโอสกี้คุณซื้ออีหยังประเทศละครับผมเหรอรัสเซียรัสเซียВот. Так, ну вот все. Смотрите, сколько я минут 10 поработал, да? Сейчас я попробую солнце поймать. Вернее, не солнце, а тенек. И покажу вам, что мы нашли. Итак, не могу поймать свет. 10 минут работы, вот который нижний длинненький, это оникс. Три черненьких, это звездчатые черные сафиры, чинтабурийские. И зеленоватый, это если нагреть, он будет такой желто-зеленый чинтабурийский сафир. Ну, я считаю, неплохо. Понятно, что это не ахти какие деньги и прям не супер-мега качество. Но если копнуть поглубже, дело в том, что крупные камни, они всегда опускаются глубже в породе, да? Они наверху никогда не лежат. Вот, то есть месторождение довольно богатое, если мы так быстро нашли 10 минут, да, смотрите, 4 камешка у нас. То есть если сюда запустить экскаваторы, то я думаю, что будет довольно продуктивно. Но, умные китайцы предпочитают сейчас зарабатывать на фруктах и все это пока сохранить в земле. Вот, камешки, забирай себе на память, сам добыл.